Друзья мои, сегодня 1 мая 2019 года. Мы находимся в Варваровской щели. Это место недалеко от села Варваровка. Сейчас мы идем к машине и побывали у профессора, побывали у бабушки. Все это вы можете увидеть в предыдущих моих сюжетах. А сейчас мы вот спускаемся с гор и проходим по этим удивительным местам. Да. Да, но вот тут уже пожаром не тронуло, да? Тут вот все красиво благоухает. Дуб. Дуб зеленый. Цветочки синенькие. Ой! Ой. Все, я этого и боялся. Грохнулся я. Это апартаменты Анаполис. Вот строят еще, конечно, не заселяют. И, конечно, было раньше очень живописное место, но сейчас вот этими вот новостройками немножко все испортили. А это же Чертополов. А, бабуля, тебе не надо в город не сюда. За туманом ничего не видно. Катюша идет, поет песни. Песни спевает. До сих пор не выучил. А песни спеваешь? Я только увезу тебя в тундру. Правильно. И ты, моя родина. О, молодец. Да. Георгич у нас с Красноярска. С Ангары. Вот, и молодец. Вот. Ну, а я просто общаюсь, наверное, с Виктором. Чаще. Да. Он песни поет, и я решил тоже выучить вот, Туманьяром. Абхазцам привет говорит, да. Георгий. Абхазцам привет.
подписывайтесь на канал. Это была Варварская щель. Всего доброго.